Жители Одинцова встретили артистов из северной столицы бурными овациями. Необычное представление под аккомпанемент брас-оркестра привлекло внимание не только детей, но и взрослых. Мы сегодня празднуем 61-ю годовщину нашего любимого города Одинцова. Так как мы парк и спортивный, и культурный, поэтому мы сегодня подготовили активную и интерактивную программу для наших посетителей. Она ориентирована на маленьких детей и их родителей. И сегодня мы представили настоящее цирковое шоу. Это цирковая труппа «Амиго», которая выступает под аккомпанемент брас-оркестра из Санкт-Петербурга, которые все вместе задают нам очень такое веселое праздничное настроение. Циркачеловка работали с предметами, клоуны смешили прохожих и тех, кто уютно расположился на центральной поляне парка. А таких в этот день было немало. Прекрасная погода и день рождения любимого города собрали огромное количество ценителей активного отдыха на свежем воздухе. Мы очень любим этот парк, нам здесь нравится. Мы знали, что будет очень интересное представление с акробатами. Вот, пришли, чтобы дочка была вовлечена в процесс, получила удовольствие. И музыка очень веселая, хорошая. Нам нравится здесь отдыхать. Здесь всегда можно... Ну и позаниматься молодежи, детям, вот все, с внуками побыть. В центре поля установили 4-метровое колесо. Эту площадку облюбовали акробаты. Они то и дело взмывали вверх и демонстрировали публике разные трюки. Телеканал Одинцова тоже не скупился на подарки. Самым активным телезрителям ОТВ были вручены зонты с символикой канала. Впереди сезон дождей, а под зонтом нашего канала всегда тепло и уютно. Эстафету циркачей перехватили флейбордисты. Шоу на центральной площади города вызвало бурю восторга у жителей. Впечатлениями делится Евгения Августина.